Ребята, всем привет! С вами, как всегда, я, Влад. Продолжаю свою рубрику «Как это сделать?», либо его можно отнести и к рецептикам. И сегодня я бы вам хотел показать оригинальный завтрак на день всех влюбленных. Ребята, скоро уже близится, через буквально там почти пару недель. Поехали! И делать мы будем на День Святого Валентина оригинальный завтрак. Яишенка будет в виде сердца. Вообще бывают прикольные формы, хочу себе заказать с AliExpress. Если стоит показать вам эту форму, уже заказал, скоро придет лайки вверх. И чем больше лайков, тогда я сделаю эту видюху про эти формы. Формы у меня сейчас нету, и в виде формы у меня будет вот такая вот молочная сосиска. И сейчас мы ее вот почистил, сейчас мы будем ее разрезать. В общем, я взял маленько не те сосиски. Вообще лучше брать, знаете, вот бывают длинные сосиски. Тогда мы бы просто сделали вот такой один надрезик, свернули бы, и у нас получилось бы сердце. Я раньше делал так. Но вот по запарке взял маленькую, не длинные сосиски. Ну, все же есть выход и сделать из маленькой. Изначально разрезаем на две части поперек, чтобы у нас получилось вот. Далее, одну мы разрезаем не полностью, отступаем, где-то оставляем здесь сантиметр. Вот так вот, чтобы у нас вышло вот так вот, таким вот образом. Вторую делаем точно так же. И вот, далее мы с вами, в общем, заворачиваем. Вот так вот. И видите, сосиска короткая. Вообще, можно, если вы длинную найдете, вот так вот ее сворачиваете, здесь зубочистками крепите, и оно получается где-то вот такого размера. Но так как у нас короткие сосиски, мы сделаем вот так. Вторую часть мы так вот укладываем. И вот эти два кончика вставляем вот сюда. Вот, вот так вот вставляем. Вот наша заготовка вышла. И вот в этом месте крепим двумя зубочистками. Но уже похоже на сердце. Ну и вот наша форма готова. Вот что у нас вышло. Закрепил зубочистками двумя с двух сторон. Сильно сосиску обжаривать я не буду. Сейчас включим газ. Так. Ну и все. Сюда мы добавляем наше яйцо. Ой. Ой. Да что такое? Солим, перчим. В общем, здесь уже все понятно. Доводим до приготовления нашу яишенку. Сейчас будем смотреть, что у нас с этого. Ну и вот, ребята, что у нас вышло. Очень вкусно. На мой взгляд, вполне оригинально. Единственное, конечно, сегодня я тренируюсь сам. На 14 число я еще возьму себе зелени, салата вот здесь уложу, нарежу что-нибудь, не знаю. Еще, конечно, можно будет украсить. Ну и по приготовлению, кто как любит яишенку. Я вот люблю в таком, кто-то любит пережаренную, кто-то недожаренную. Ну, в общем, ребят, надеюсь, это видео вам будет полезно. На мой взгляд, вполне симпатично и неплохо вышло. Комментируйте, ставьте лайки, чтобы эта рубрика продолжалась. Чем больше лайков, тем больше видео будет, ребят. До новых встреч. С вами был Влад. Обзор на 1000. Всем пока-пока. До новых видео.